Пойдем кушать. Ой, радуйся, так радуйся. Собрался. Давай, давай, Аж, давай кушать. Хорошая девочка. Давай. Тебе граф прислал. Кашки не кушает граф. Вот тебе все прислал. Давай, ешь. Ешь, графиня, ешь. Кушай, графиня, кушай. Кушай, хорошая девочка, кушай. Вот ты побежала. Оставьте лошадь в покое, ну иди поешь. Сейчас мы уедем и твою еду скушают. Графиня, кушай. Иди поешь, иди, не обращай внимания, иди поешь. Проголодалась, да? Ты моя девочка. Иди кушай, графиня, иди. Иди кушай, иди. А иди, Аслан, покушать и водичку принес. Давай, давай. Давай. Ой, кто пищит. Что это такое? Друзья, мы пытаемся ее поймать, она в руки не идет. С трудом одели ошейник, вырвалась. Пыталась укусить. Графиня, идем. Графиня, пытаемся ее поймать. Иди сюда. Иди, не бойся, вот я присяду. Вот видишь, я присела, графиня. Иди сюда. Иди сюда. Иди, хорошая девочка. Ни в какую не идет. Иди, девочка моя, иди сюда. Отдает. Никак не хочет. Друзья, не знаем, что делать. Хотели ее поймать, чтобы простерилизовать. Никак она не идет в ручки. Мы быстро-быстро ошейник одели, а забыли, что поводок не на этом, не на ошейнике. Ошейник успели. Может, к вам подойдет? Вот дедушка зовет ее. Она хвостиком машет, а к нему тоже не идет. Вот дедушка тоже пытается поймать. Дедушку знает она хорошо. Дистанцию держит. Никак, никак. Давай же, давай, девочка, давай, подойди к дедушке. И она и расстояние держит ровно около метра, чтобы не успели ее схватить. Надо же, какая умная. А, ближе, 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 ближе. Как мы на ошейник? Успели ошейник. Поводок к ошейнику прицепить. Дедушки радуются, смотри, заигрывает, а в руки не идет она. Давай в руки, давай. Хитрая, не дается. Осторожная очень. Хитрит, хитрит. Понимает, что поймать хотят. Ну подойди, не бойся. Нет, ни в какую. Хитрая. Здравствуйте, друзья. Мы привезли графиню. Смогли ее все-таки поймать. Дедушка нам помог на стерилизацию. Сейчас будет доктор стерилизовать ее. Сейчас осмотр сделаем. Осмотр, температуру. Все, температура хорошая. Все. Будем стерилизовать девочку, чтобы она уже была свободная и независимая. Да. Сейчас доктор осмотрит ее. Ух, быть добро. Не бойся, девочка. Доктор осмотрел, уколол, сейчас будет засыпать девочка и будем, да, сейчас будешь вырывать. Стерилизовать. Вот, значит, она подруга дедушки. Графиня уснула, сейчас будет стерилизация. Вот так наша девочка спит, сделали укол. Держись, держись, мы за тебя все переживаем, так что держись. Сейчас доктор
Будет сделать стерилизацию. Все осмотрели, температуру все осмотрели. Все отлично, все замечательно. Сейчас будем стерилизовать и быть добру, дорогие друзья. Будем держать кулачки за девочку. Привет, красавица! Привет, друзья, мы дома. Привезли нашу девочку, нашу красавицу графиню домой. Определили ее пока в крайний вольер. Вот она здесь прекрасно помещается. Она уже после стерилизации вроде бы... Ага, сейчас я тебе помогу с ним сейчас. Давай, давай, все. Все, не бойся, все, дай сниму, все, давай, опа, давай, все, вот так, все, там уже крови нету, все, так что вот так, и здесь комфортно, пока определили сюда, сейчас положим покушать, ну, пока она не будет кушать после операции, но все равно пусть рядышком будет. Положим паштет, чтобы, если что, чтобы ей было что-то вкусное и мягкое пожевать. Да, красавица? Так что, друзья, мы сделали сегодня очень хорошее дело, на наш взгляд. Простерилизовали девчонку. Теперь она беззаботная, как говорится, без обязательств. Так что, быть добру, друзья, быть добру. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Принцесса, привет! Вот, пожалуйста, определили в крайний вольер. Рядом с графом, чтобы они были рядом с друг дружком. Приехали, забрал ее с клиники. Врачу Диме большая благодарность. Спасибо ему. Операция прошла успешно. Графиня чувствует себя хорошо. Уже отошла от наркоза. Сейчас мы положим ей паштет, чтобы ей было вкусненько. Да, графиня, тут комфортно, тебе в безопасности. Друзья, мы очень хорошее дело сделали, что смогли ее поймать. И, конечно же, простерилизовать. Это очень хорошо. Врач осмотрел температуру, все было хорошо. И простерилизовали девчонку. Очень долго мы к этому шли. Ну вот, дело сделано, друзья. Это победа, я так считаю. Так что, графиня, отдыхай, моя девочка. Сейчас все положу, отдыхай. Отдыхай. Марк, закрывай пока и дверца. Граф, дружище, мой друг. Граф покушал, молодец. Друзья, граф положил корм и съел корм. Молодец, сухого корма. Он очень любит сухой корм. Я не знаю, кашки его не впечатляют. А корм он любит, да, дружок? Подруга твоя тут. Теперь тебе будет веселее. Во двор буду вас вместе выпускать, потому что друг друга вы знаете. Вот видите, сено все оттуда высыпается. Будка маленькая, все сено высыпается. Вот, пожалуйста. Он еще, видите, себя плохо чувствует. Ну, тут что, почему хорошо сено, как бы, то, что высыпает. Я сам тоже сюда сено кладу, потому что он бывает, что может сходить. Может сходить, пописать, покакать может прям тут же. Так что, как-то так. Эх ты, дружище. Опа, сейчас сниму тебе, подожди. Вот так, давай сниму тебе вот этот ошейник. Вот так, молодец, 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 хорошо. На медведя похож, да? Марк говорит, похож на медвежонка. Ой, мой золотой, мой золотой. Ну ничего, прорвемся. Прорвемся, дружище, не переживай.